Да. Вы спросите, а почему, собственно, ну, это что вообще? Ну, это что вообще, ну? Ну, это что, нормально? Я вам скажу, да, это абсолютно нормально, если не смотрел прошлую серию, посмотрите, ссылочка постоянно находится на плейлист, собственно, в полном прежде данной игры, да? Вот, мы тут прошли только первый эпизод, как я помню, и если у тебя есть вопрос, что вообще здесь творится, обязательно посмотри, потому что, ну, здесь сюжет взаимосвязан, да, как минимум, здесь серия взаимосвязана, в том плане, что ты будешь, посмотришь первую серию и поймешь, типа, почему вот это все здесь все происходит, да, вообще, что там было, да, в прошлой серии, и в целом, если будет интересная игра, то почему бы нет, вот. Что могу сказать, это Life is Strange Before the Storm, мы с вами продолжаем проходить данную игру, всем разрешу, приветствую. Первый эпизод пройден, вроде как. Вроде, да, первый эпизод, да, у нас первый эпизод с вами пройден. Музыку я выключил, потому что те две серии были, ну, записаны, кстати, даже, наверное... В общем, я записывал серию подряд, вот, пачками, грубо говоря, да, пачка записал видосы и комментарии не видел. Вот, вы написали, что это эти игры, собственно, взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Как? Мне вот интересно, вы... Вот, один из вас написал, что первая часть и вторая взаимосвязаны. Мне интересно, как и что конкретно взаимосвязано. Сюжет, персонажи, либо намек какие-то есть, да, либо это будет, ну, какие-то события там, не знаю, это будет вторая часть там, или первая часть, это до событий второй части, да, там, например, или вторая часть до событий первой части происходит, или наоборот, типа, это после событий. Вот это мне очень интересно узнать, ну, только без спойлеров я прошу, да, но очень интересно узнать, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, кратко, ну, без спойлеров, грубо говоря, да, что, как они вообще взаимосвязаны, эти самые игры, да, потому что в случае с The Walking Dead я могу понять, как они взаимосвязаны, потому что там сюжет идет, да, и там несколько сезонов, 4 сезона. Здесь я как бы ничуть не понимаю, потому что, как я знаю, вторая часть, я в нее чуть-чуть тоже играл, чуть-чуть прям вообще, вот, и там вообще другой сюжет, другие персонажи, и я вот этого ничуть не понял, как они взаимосвязаны, но спасибо огромное, если уже написали, огромное спасибо, я думаю, кстати, с первым днем лета вас, да, я думаю, это серия выйдет 1 июня, она записана 28 мая, вот, скорее всего, выйдет 1 июня, да, я уверен, что она выйдет 1 июня, вот, поэтому с первым днем лета, да, вот, еще бы нет, да, я думаю, вот, шкилку уже закончили, а те, кто сдают экзамены, надеюсь, хорошо вам сдать экзамен, потому что, да, такое себе это дело, на самом деле, такое себе это дело. Вот, понимаю, нервы и тому подобное, но главное, ребят, ничего такого лишнего не делать, да, там, безумных поступков, тому подобное, все справитесь, и знаете, что эти экзамены, ну, никак не влияют прям критически на вашу жизнь, да, ну, только если в плане образования, да, образование может быть хромать, поэтому подготовьтесь и... Зайдите. Я вас верю, вы молодцы. Вот. Что насчет игры-то? Давай-ка мы с тобой сегодня продолжим проходить эту игру. Она очень интересная. Ну, по крайней мере, первый сезон, блядь, что первый сезон мне показался очень интересным. Вот. Интересно узнать, что же у Хлои с Рэйчел происходило. Можно ли спасти Рэйчел, да? Или можно ли было? Потому что в первой части мы поняли, что, ну, ее никак не спасли никто, да? Вот, но интересно, может, здесь нам скажут, что ее можно было спасти как-то, да? Может быть, я не знаю. Честно, не знаю, я не смотрел ни прохождение этой игры, вообще вот эту игру, я говорю, сам чуть проходил, чуть-чуть, первый эпизод проходил, прям чуть-чуть, капельку вообще проходил, пацанов, наверное, 2-3, может, сначала сам проходил, дальше не проходил. Вот, интересно узнать, что же здесь будет. Поэтому, Саш, пойдем, надевать плюдик, взять, например, пить куш, принять пилики, пить и до 5 воды, при этом просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить Life is Strange Before the Storm. О, привет! Ранее в Life is Strange Before the Storm. Здесь без музыки все будет, к сожалению, поверить не могу, что Firewalk дают концерт на старой лесопилке. Да, здесь, собственно, это что было в прошлом эпизоде. Если, ну... Тут музыки, почему здесь нету этих звуков-то? Очень странно, музыки здесь нету. Но здесь только нет музыки. Здесь только нет музыки. Но почему-то звуков тоже нет, прикинь. Вообще никаких, типа, ну, что они разговаривают. Ну, очень странно. Собственно, вот то, что нам тут показывают чуть-чуть спойлеры, что-то, как там было, пропустить я это не могу, потому что показывают, да. Вот, ну, чтобы посмотреть конкретно, что там было, да, какие мы выборы с вами сделали, мы даже играли в эту настолочку с тобой, да, и там Нейтан, кстати, был. У нас был выбор, помочь ему или нет. Ты спросишь, а ты ему помог? Вот, чтобы узнать это, посмотри обязательно прошлую серийку. Вот, потому что для меня это очень важно. Если тебе интересна данная игра, посмотри самую первую серийку, это правда очень, ну,
не то, что, наверное, будет правильно, но просто, наверное, так ты больше будешь... вникать и понимать, что здесь происходит, да, потому что, согласись, такой себе, когда ты заходишь просто на, там, не знаю, третью серию по игре и не понимаешь, что вообще происходит в этой игре, хотя, если ты посмотрел бы первые две серии, ты бы сразу такой, а, вот оно, а это я уже знаю, это я видел, и, как бы, ты такой, да, я узнаю, что-то так интересно, что будет дальше, я помню, что там было в этой, в тех сериях, тебе надо интересно, что будет следующее, понимаешь, о чем? Я думаю, понимаешь. Так, что тут у нас, кабинет, да, в Блэквилле, собственно, снова в этом... Это университете или колледже Блэквилля, да? Что это такое? О, Рэйчел сидит что-то. А, типа прогуляла то, что? Мисс Прайс, с вашей стороны очень любезно присоединиться к нам. Простите за опоздание, моя смена в закусочной закончилась позже, и... Извините. Блять, как четко, да, прочитал? Продолжим. Одна из ваших ограничений не сталкивалась с дисциплинарным процессом Блэквилла. Одна из вас. А другая, наоборот, слишком хорошо с ним знакома. Правила поведения Блэквилла построены но на взаимном уважении и призваны содействовать созданию условий, способствующих... Что процессом? Итак, время анализировать реальное положение дел. Вчерашний день на самом деле был... Я прогулял школу с Рэйчел Эмбер, а потом Рэйчел действительно устроила пожар, и это случилось после того, как мы и правда договорились бежать отсюда, верно? Вы меня слушаете, Хлоя? Что? Мисс Прайс, когда мы встречались с вами в прошлый раз, сейчас, я просто что-то, ну, маленький перерывчик делал от игр, в принципе, да, почему нет, потому что нужно, собственно, и, как бы, да, ну, и делами заниматься, да, и, в принципе, прогуляться, почему, а то, как бы, знаешь, сидишь вот за компьютером каждый день, это такой, на самом деле. Так, сейчас привыкну, сейчас все будет нормально. Что, промолчать? Вопрос риторический, не облажаться? Промолчи, да промолчим, зачем? Нет, позвольте освежить вашу память. Мы договорились, что вы приложите усилия, чтобы вновь стать образцовой учащейся Блэквилла. Серьезно? Если вы не сможете или не захотите соблюдать соглашение, мы также договорились, что в таком случае будет внесен вопрос о вашем статусе как учащийся Блэквилла. Несмотря на все это, вчера вы совершили следующие действия. Пререкались с руководством. Очевидцы утверждают, что вы принимали участие в издевательствах над Нейтаном Прескоттом. Да ни черта. Я наоборот вступила за этого чокнутого. Полагаю, это одна из интерпретаций событий. Можете говорить о моей дочери что угодно, но она не задира. Ну, вот это тоже верно. Возможно, вам стоит поговорить с Дрю, а не со мной. Знаете, с тем парнем, что... С парнем, который его обидел. Кстати, мистер Норта требует деликатности. Она будет разобрана отдельно. А что-то Хлоя менее деликатно? И не обсуждать ситуацию других учащихся. Мы здесь, чтобы обсудить вашу дочь и ее действия. Как удобно. Че, ну, блин, убеждать, она верит нам, понимаешь? Она, ну, верит. То есть она в любом случае за нас. Давай это успокоим директора. Питер Уэллс, я понимаю, как ужасно все это выглядит. Благодарю за ваше согласие, мисс Прайс. Могу ли я продолжить с вашего позволения? Простите. Даже учитывая бесконечность список ваших нарушений, мисс Прайс, сейчас нет. Необходимости это обсуждать. Нет необходимости? Верно. Так как вы разорвали все связи с Блэквиллом в тот момент, когда решили без разрешения покинуть территорию школы. Что это значит? Это значит, что вы не оставили мне выбора. Вы пожинаете последствия ваших действий, Хлои. У меня нет иного выбора, кроме как... Это я ее оставил. Что? Вчера я все затеяла, это была моя идея. У меня был плохой день, мне нужно было выпустить пар, я слишком далеко зашла. Хлоя пыталась говорить меня, я уже проходила через подобное. Говорила она мне, ты выше этого, но я не слушала. Понимаете, Хлоя боялась, что я нарвусь на неприятности или со мной произойдет что-то плохое, поэтому пошла со мной, но только чтобы убедиться, что я в безопасности.
Нормально. Суждаем признаки. Прости, что я втянул тебя в это хуйло. Что заставил тебя опуститься до моего уровня? Ты простишь меня? Yeah, конечно, sure. Все в норме. We're cool. Thank you. Спасибо. Я искуплю свою вину. Обещаю. Она затупается, надо подограть ее чуть-чуть. Клоэ, это все правда? It's true. Правда. Totally not true. Вот ни разу не правда. Она She действительно великолепная really актриса. Но мы ее подограли. Мисс Прайс. Ладно, yes. Хорошо. Наш прогул был ее идеей, но она меня не прощала. Мы действовали заодно. Мисс Эмбер, судя по вашему рассказу, у меня есть основания вас наказать. Вы уверены, что говорите правду? Yes. Да. Полагаю, это лишь часть истории, да, Рэйчел? Рэй. Просто чтобы прояснить, мисс Эмбер, вы точно уверены, что Хлоэ Прайс не вынуждала вас или нуждала ее? Я просто пытаюсь понять, как кто-то вроде Рэйчел. Думаю, мы поняли, что вы имели в виду ректор Уэллс. Такая, как Рэйчел, и не такая, как моя дочь. Ну да, такое придет отношение. Простите? У вас что, есть список учащихся, от которых вы ждете что-то там? Только каких-то бед или что такое? Ну, типа... Нет, он просто так относится, думаю, предвзято просто. Подстрекать ее. Вперед, мам. Вы не имеете права так вести себя с Хлоэ. Это все, что... Ага, я не успел. Знаете, я поняла. Это потому, что у Блэквелла проблемы с деньгами. Вы собираетесь притащить сегодня в ваш кабинет всех учащихся по стипендии, да? Черт. Давайте все успокоимся. После всего, что... через что мы... она прошла последние два года, вам следовало бы посадить за своих речей. Мисс Прайс. Миссис Прайс. Миссис Прайс. Я уважаю вашу точку зрения, но я уверяю вас, что сегодня что-то там такое день вашей дочери, ничего кроме этого. Чтобы не развязаться с ней. Я понимаю, мистер Уэллс, несомненно, поведение Хлоэ должно измениться в лучшую сторону. Но учитывая, что... Но учитывая тот отрицательный влияние на нее, о котором мы только что узнали, я надеюсь, что вы дадите ей еще один шанс. Мисс Эмбер, вы удивили меня в той же степени, что и разочаровали. Я понимаю. Тот факт, что это ваше первое нарушение, никаким образом не умаляет его серьезность. Однако в этом раз вас не станут устранять от учебы. Но вы подорвали наше доверие, поэтому нам время, что там... Что-то я не успел, что-то по... Окей. Также вы не сможете принять участие в постановке «Бури». Ууу, блин, такой себе. No. Нет. Ну, такое, на самом деле. Да, вот так. What? Что? Are you Вы insane? С ума сошли? Но ваше наказание мы еще не обсудили, мисс Прайс. Рэй, она же бредит этим выступлением. Раз это ее первое нарушение, может, ты... Мистер Эмбер, я не говорю вам, как руководить прокуратурой. А вы, пожалуйста, не говорите мне, что делать в моей школе. Понятно. Для подобной ситуации не важно, случайных или намеренных существуют дублеры. И я уверен, что ваша дублерша... Виктория Чейз. Да, я уверен, что Виктория Чейз справится с этой ролью. Это так. Что вы хотите что-то сказать, мисс Прайс? Мы расстроены таким наказанием для подруги, однако мы обе благодарны, что ее саму больше не будут обнявательно обвинять в произошедшем. Не произошедшем. Произошедшем. Хлоэ все равно есть за что винить. Ее будущее Блэквелл станет следующей темой для разговора. Конечно, если мисс Прайс больше ничего добавить. Придерживаться версии Рэйчел, взять вину на себя. Блин, ну на самом деле, вот смотри, нас... Ой, ёпта, что это сейчас было? А, это я провод затеваю, нечаянно. Смотри, что мы можем сделать? Придерживаться версии Рэйчел, да? Она, ну, в любом случае, она понимала, что... Она помогла нам в том плане, что, видишь, она ценит, что, ну... Ценит, как, ну, Хлоэ, так понимаю, и хочет, чтобы она осталась, типа... Как сказать? Учиться, то есть дает... Как сказать... Я не знаю, как это объяснить. Короче, дает ей шанс отучиться, да,
при этом сама понимала, что, блин, скорее всего, она не будет играть роль, да, и тому подобное. С другой стороны, типа, из-за вот такой выходки, да, на которую они обе были согласны, там не... Ну, Рэйч сказал, пошли, Эд сказал, ну, пошли, блядь. Обе виноваты, и дабы, чтобы, ну, никого там не отчислили, то она так сыграла роль, что, типа, взяла вину на себя, что вот, типа, да, я там, я ее, типа, заставил, типа, пойти со мной, извините. К тому же, видишь, она, типа, отличница, как понял, не было косяков, а у Хлои очень много косяков, как понимаю, и, ну, Рэйчел сделал такой хороший мув. И если сейчас мы возьмем вину на себя, мы этот мув испортим, да, и, скорее всего, мы с Рэйчел, как бы, может быть, даже и поссоримся, не будем общаться, она скажет, ты, блядь, что, ну, дурак, что ли, а? Ты что, дурачок, и... А, нет, ну, короче, ты понял, да? Вот, и скажешь, что зачем ты так сделал, собственно, да? Зачем вот это вот все? Зачем вот это я выбирал на себе? Ну, типа, зачем? Зачем? Лучше вот давай вместе учиться, ну, куда... Поэтому я, наверное, придержусь версии Рэйчел. Нет, мне нечего добавить. Рад тебя слышать. Хотя Хлоя не была инициатором вчерашних событий, как я уже говорил ранее, ее прогул отстал последней каплей. С этим многих нарушений у меня нет иного выбора, как отстранить вас от занятий до конца года. Но ведь это была идея другой девочки, она же призналась. Она также понесет ответственное наказание, но это не освобождает от ответственности Хлою. Ну да, по факту. Я искренне сожалею, что это до этого дошло, но у Хлои будет шанс на восстановление осенью. Все действия, начиная с этой минуты, будут учтены при нашем решении. Но это лучше, чем просто, понимаешь? Вы меня понимаете? Вы обе. Да, понимаю, как нельзя лучше. Хлоя? Мы все поняли, мистер Уэллс. Скип Мэтьюс проводит вас на вашем шкафчике, чтобы вы забрали свои вещи. Можете подождать его рядом с моим кабинетом. Ну это лучше, чем, понимаешь, вообще, типа, быть очистым на этом все. Хорошо, дня, миссис Прайс, мистер и миссис Эмбер. Рэй. Рэй. Идем, Хлоя. Понимаешь, это лучше, чем быть вообще очистым, и у тебя не будет шанса получить образование-то, ёпта. Вообще нужно было заранее думать, да, об этом, типа, ну вообще, ну, знаешь, не прогуливать учебу, потому что, ну, прогулял учебу, отсосал, как говорится, что? Мы же увидимся на свалке? Сто пудов. Короче, говорят, что погнали, типа, увидимся попозже, там, перетрем вместе с тобой, да? Мне не выдалось возможности представиться, я Джойс. Миссис Прайс. Я Роуз, это Джеймс. Простите, что нам пришлось познакомиться именно так. Это вы простите? Уверен, для вас подобная ситуация непривычна. Нам нужно идти, приятно было познакомиться. О, идет, смотри, ковыляет охранник. Ну давай сейчас, сейчас, она нас сейчас подругает. Ну, я... Увидимся на парковке. Хорошо. Привет, Хлоя. Меня велено тебя проводить. Ты, да я, да мы с тобой, Эскип. Знаешь, а ведь сегодня у меня должен был быть выходной. Прости, что справедливо и честно слушание касательно меня оставил тебе неудобство, чувак. Ты, пожалуйста, ну. Вроде хотел на всю эту хрень шкафчик кроме тайника, раз уж я здесь заберу свой. Заныкан его на черный день косячок. Чего? Осуждаю. Так вот, я говорю, это лучше, понимаешь, это сейчас лучший исход, что видишь, и говорят, типа, да, вы накосячили, но по факту вы сами виноваты, ну, типа, учат ее ответственности, типа, в любом случае, колледж, школы и тому подобное, учат ее ответственности, да, дисциплины, дисциплины тебя учат, да, и, собственно, ну, ты косякнула, ты ушла, ну, короче, ты косякнула, ну, то в том плане провинилась, да, ты ушла, да, типа, ну, вообще не думала о том, что, а, я пойду погуляю, нахуй учеба, да, вот это все дело, а по итогу тебе, ну, говоришь, ну, все, да, ну, собственно, он закрыл на многие вещи глаза, сказал, ну, в любом случае, он поступил так, как, наверное, нужно было, да, то есть в плане того, что прям жестко закрыл глаза, он уже не мог, но закрыл на больше глаза. Почему? Потому что он сказал, что вас... Подожди, Хло, сейчас все заберем, подожди. Вот, о, Металлика, ничего. Короче, он сказал, что вот,
Он закрыл ему глаза. Почему я такой сделал вывод? Потому что он сказал, что у вас будет шанс восстановиться осенью. То есть это, ну, лучший сход, чем, знаешь, сейчас, типа, что, ну, вот, вы будете отчислены и, ну, не сможете восстановиться в нашем колледже. То есть это лучший исход, как по мне. Вот, а что еще хотел сказать-то, да? В целом, можно было изначально не прогуливать, сказать, нужно было Рэйчел, блин, извини, я не могу пойти, давай лучше, давай после учебы. Не было бы проблем вообще, понимаешь? Вот вообще вот этой ситуации, в принципе, не было. Вот и все. Так что, да, надо думать заранее, что, как и как, какие твои действия, какие последствия от этого будут, да? То есть, что будет, если там, не знаю, пойдешь прогуляешь учебу, да, там, даже если... Хлой, ну ты можешь подождать, я договорю, ты, блядь, вы там говорили, а мне не дали, да, я договорю, а потом мы сейчас все сделаем. Вот я сейчас вообще выключу игру, вот будешь стоять бесконечность, понимаешь? Вот так что не надо здесь вот этого, хорошо? Спасибо. Вот, что я говорил-то там? Ай, блядь, сбило. Понятно все. Ну все понятно. Все понятно. Короче, эта ситуация могла бы быть не быть, да? Вот и все. Вот и все. Поэтому надо заранее думать, что как и что ты делаешь, какие последствия это будут. Вот. Так, ну что, давай заберем-то, собственно. Что тут? Давай взять. Котик. Кот. Ну ладно. Так, домашку. Давай. Куда? Куда выбросить? А, ну точно, тебе же заново придется. Ну, с другой стороны, могла бы оставить просто, знаешь, как бы, чтобы, ну, на всякий случай было. Надежный хранитель моих маркеров. Ты служил мне верой и правдой. You've served me well. Надежный хранитель, ага. Что-то написано. Интересно, кто почти этот шкафчик своим присутствием после меня? Да, подписать. А, ну то есть вообще все равно, да? А, там написано, типа, кто там, кто этим шкафчиком это владел, что ли, в тот или иной период обучения. Так, так много еще хотелось добавить на этот коллаж, ну что ж. Ну, коллаж — это дверцу, грубо говоря. Так, ну что здесь? Опа, шкафчик взглянуть. Шкафчик Джастин рядом с моим, один из наименников говняных фактов об этой школе. Да давай ты вот это не будешь. Книгу. Конечно, забирай. Куда ты выбрал? Там было... А, выбросить. Я не буду... Давай. Че выбрасываешь? Взяла бы, подучила. Следующий год пошла, восстановилась, сдала бы, типа, экзамен, к примеру, я не знаю, как там, конечно, ну, там вот, да, вот там вот, собственно, да. Вот, у нас, как я знаю, нужно, когда ну, какие-нибудь отпуск восстанавливаешь, короче, когда, ну, там, в учебном заведении нужно сдавать экзамены, вступительные. Английский, вот английский, вот, взял книги, просто выбрасывает, ну, то есть, ну, ей выдали книги, она выбрасывает, ну, то есть, ну, все хорошо. Сейчас, секунду. Что-то это... Ну, геймпад что-то включился. Так, ну давай. Металлику. Сейчас альбом Металлики будешь еще, да? Плакат, точнее. Выбрасывать. Но это неуважение, ты в курсе? А металл там просто написано, ну ладно. Ай, да. Я в шоке, я орирую. Вот это мы все, ребята, осуждаем. Что это мы все осуждаем, конечно же. Jackpot. Это осуждаем, 100% осуждаем. Вот так вот. What the hell? Что? Damn it, Justin. Джастин, чтоб тебя. Ой, здорово. А, пришел задолжить твою заначку. Ну, знаешь, тяжелые времена нынче. Обещаю вернуть на следующей неделе, Джастин. Осуждаем такое, осуждаем. Лучше бы подучил английский и геометрию, да. А не выбросил книжки. Геймпад завибрировал. Я в туалет, а затем сваливал, лады? Ладно, только давай побыстрее. На, по-быстрому.
Себя, что ли? Так, что здесь? А, здесь музыка еще, точно. Здесь музыка. Что здесь нарисуешь? А, разрисовывает. Ну, здесь музыка должна быть, да, но, собственно, ее здесь не будет, потому что я выключил. Потому что авторские права вот дают эти вот. Еще так четко нарисовано. Осуждаем такое вообще, если что. А этих надписей вроде не было, да? Ну, в первой части этих надписей не было. Не было этих надписей. Сейчас сломает. Я прав? Сейчас сломается, сломается. Я уверен, что сломается. Эпизод 2. О, дивный новый мир. Да. Могло этой ситуации вообще не быть, понимаешь? Я тебе говорю. Могло бы вообще ситуации это не быть, если бы, ну, она, понимаешь, ну, хотя бы примерно представила, что будет, если она там прогуляет, да? Ну, нифига тут нарисован орел или что это? Или ястреб какой-то. Вот, это все вообще не могло не быть, если она понимала последствия, да, своих действий. Вот и все. Вот и все. Это все вообще могло бы не быть. Так и думал. Так. Так, мы куда-то идем, да? Later, Skip. До скорого, Skip. Later. До скорого. Опа! Шуры-муры, да? Looks like David's. Похоже, Дэвид, зашибись. Awesome. А, что там? Подожди ты. Да подожди ты! Ну, блядь, ты серьезно будешь меня вниз еще скатывать по диалогу? Ты тоже, да? Что там ты? Что? Подожди, где начало-то? Серьезно. Кто-то пробрался в дом незаметно для родителей? Умничка. Рождена быть шпионом. Выпрыгивайте с поездов на ходу и все такое. Ох, мы отличная команда. Все вражеские обзорные бинокли будут повержены тобой. Ха-ха, а ты будешь агентом под прикрытием. Лучшая маскировка, которая... Шмякаться в обморок. О, сегодняшний день был незабываемым, хотя и не без плохих моментов. Ага, знаешь, что не было так плохо? Что? Ты. Ты тоже. Знаю. Классный диалог. Надо поспать. Уэллс вызывает на ковер завтра утром. Знаю, Майона, это того стоило. Уэллс отстой, а это собрание жесть какой-то отстой. Ты жесть какая ненормальная. Сама такая. Серьезно? Мы отомстим. О, боже. Давай почитаем. Хлоя, ты слышала про пожар? Пожалуйста, напиши мне. Я волнуюсь. Хлоя, ты в порядке? Хлоя, пожалуйста, ответь. Я в норме. Слава тебе, Господи. Будь дома к комендантскому часу. У нас завтра утром та встреча. Хлоя, опять? Серьезно? Хлоя, ты не можешь продолжить так поспать со мной? Я ведь стараюсь изо всех сил. Ну да. А вот. Срань Господи, ты получил смс от Уэллс насчет пожара. Ты в норме? А ты? Да, сижу у себя в комнате. Может, прогуляемся после бури? Всем оповещение Аглап. Срочная новость о пожаре. Охрана лесов в Аркадии Бэй, ага. Пожар размера Д не прекращается. Соблюдайте осторожно, проверяйте местные СМИ на случай закрытия дорог. Ну, понял. Учащиеся Академии Блэквелл и их родители. Сообщаем вам, что в окрестностях национального парка Кульминейшн, или что такое, да. Стремительно распространить пожар. Я разговаривал со службой охраны леса Аркадия Бэй. На данный момент они не считают необходимым объявлять эвакуацию, так как здание Академии находится вне
предсказываемой зоны. Распространение пожара. Соблюдайте бдительность, приходя на территорию, уходя с нее. Преподавателям и сотрудникам рекомендовано пренебречь требованиями пунктуальности учащихся во время занятий спортом, факультативов в течение этих выходных. Короче, да, чтобы не уходили и тому подобное. Окей. Let's go. Давно сюда не заходил. Так, ну, опа. Что это? Осуждаем такое. Осуждаем. А не одобряем, осуждаем, полностью осуждаем такое. Взглянуть. Макс, это хрень понравилось. Ну, фотошоп среднего уровня. А, типа что-то про фотки? Ну ладно. Блин, давно сегодня заходил, как даже непривычно. Так, взглянуть. Машина Уэллса, похоже, за обламывание чужих крыльев хорошо платят. Ну, конечно. О, я ее увидел. Что это такое? Гору из-за спортивной команды Блоквелла, гору из-за самих себя, а также за акционеров и здоровенный банк счета. Хорошо. Птица. Чем синяя птица, видишь? Окей. Ладно, покасики. Бай. Элитист Блоквелл Бёрд. Птичка. Чего? Ну это вообще, ты понимаешь, что это вообще высосано из пальца вообще? Птичка просто такая села, посмотрела, такая, ну и полетела, что ей захотелось, улетела. Примерно теперь у меня будет куча времени, чтобы вновь заняться. Скейтбординг, если хочу. Дэвид, прошу. Она вот думает, да, говорит, у меня будет много времени, ага. Да, 300. 300, все, пока, бай-бай, как говорится, да. Ты либо учишься, да, либо работаешь, как бы, но тут, ну, не, хочешь, можешь сидеть на шее родителей, но не стыдно ли тебе тоже, как бы, ну, не маленькая девушка, да, как минимум. Начнем с этого, да, во-вторых, то, что появится больше свободного времени, это правда, но, скорее всего, ты будешь занимать всякой херней, я думаю. Гулянки просто так, ну, в плане просто прогулки всякие, просто так, интернет, музыку слушать, просто лежать, валяться. Вот это вот твое время будет потрачено вот сюда. Могло бы потратиться вот сюда вот на учебу, да. Ты переборщился с наклейками на бампер? Само время, чтобы победить. Дэвид, прошу, подожди. Поэтому то, что он говорит, ой, займусь, если захочу. Да. Самообман, да, так штука такая, знаешь ли. Рулю еще и как актриса. Не, мужик, я пойду, короче, все. Не хочу с ним разговаривать, это долгий диалог, зачем? Я сама. Хлоя, после сегодняшнего... Хлоя, мы с твоей мамой поговорили. Может, принесем это на потом? Не думаю, что я себе еще один удар. А кто-то потом насилит? Твоя мама? Это не ссора, Хлоя, а разговор. Помни об этом. Мне не нужны разговоры, особенно с сержантом головожопом. Я просто хочу побыть одна. Не спи так говорить при матери. Если моя мать будет что сказать, она сделает это сама. Она уже говорила. Проблема в том, что ты не слушаешь. Хлоя, мы просто хотим помочь. 100%. Я знаю, что ты сделала. Те деньги в моей сумочке. Обязательно, Хлоя, но откуда они? Ну, блин, ну, то, что... Факт, они волнуются, как я понимаю. Да, они проявляют тоже неправильно, типа, ведут то дело, что, типа, ну, вот он ведет, типа, знаешь, что, типа, ну, агрессивно довольно-таки. Тоже неправильно. С другой стороны, ну, типа, они оба переживают. Это, ну, как называется-то это? Это вот, ну, слово есть такое. Бля, я забыл. А, это причинно-следственная, собственно, реакция, да? Нежели... Ну, да, неправильно, я согласен. Ну, не точно правильно. Это неуместно, наверное, да, нападать так чисто на, ну, подростка, типа, ну... Она еще молодая, во-первых. Во-вторых, типа, ну, явно у нее там... Ну, она думает, я крутая, гулять! Ну, вот.
Вот. И в таком плане, да, я понимаю, что родителям очень сложно в этом плане, что, знаешь, как-то вдолбить ребенку что-либо, ну, в том плане, что даже не вдолбить, а объяснить ему, для чего ему это нужно, вот, потому что он тебя не слушает в это время, поэтому да. Вот, что там, я их украл, это так важно. Я не могу закрыть на это глаза. Нам нужны деньги, Иван. Я делаю все возможное, чтобы их раздобыть. Оценю то, что ты сделала. Просто я переживаю за тебя, Хлоя. Это полная бессмыслица. Я не понимаю, что мы вообще здесь делаем. Возможно, если ты попытаешься послушать меня, а не перелекаться, то глядишь чему-нибудь, да научишься. Чему? Примерно, как не иметь работы? Или как быть солдатом? Солдаты ставят семьи будущее превыше себя и настоящего. А кого выпирать из школы? Ну, это такое, мужик, на самом деле. Дэвид, ты перебьешь палку. Тебя там с нами не было. Хлоя поступила несправедливо. Теперь ты за нее оправдаешься? Хлое нужно учиться, брат, на себя ответственность. Я решаю, что нужно Хлое, а не ты. Сейчас я больше всего нуждаюсь в том, чтобы вы двое начали ладить. Хлоя, я не хочу ссориться. Я очень переживаю за твою маму и за тебя. Мне хотелось бы начать заново. Что скажешь? Нет. Ладно, кнопка перезагрузки нажата. Рад это слышать. Ну, посмотрим. Отныне начну помогать твоей матери в некоторых областях. Например, прослежу, чтобы ты больше не употреблял наркотики и алкоголь. Правильно. Осуждаем такое. Правильно. Вот это вот. Дэвид, ты уверен, что сейчас подходящий момент? Джойс, прости, мы должны стоять. Да, ну, типа, вместе. О, я бы хотел, чтобы ты выложил все содержимое своих машин на капот. Какого хера? Если мы собираемся начать все заново, то должны знать, что ты не употребляешь наркотики. Осуждаем такое вообще, да. Ну, правильно дело. Если так, то должно смыться это давать. Ну, в плане денежки, что говорит, что осуждаем такое. Ай, блядь, не буду ничего говорить. Мы осуждаем себя. Не знаю твои наручения. Мне нужна... Я знаю, Хлоя, мне жаль, но Дэвид считает... Джойс. Мы считаем, что это лучший способ начать все заново. Давай, Хлоя, хватит игнорировать. Но это не капот, это багажник вообще-то. Ну, как бы, ну ладно. Да что, ну давай попробуем что. Ладно. Так, не тебе посмотреть на мое дерьмецо? Что? Осуждаем. Фу, бля. Маркер. Что-то еще. Жвачка. Ключи. Нормально. Знаешь, что отстойнее вторжение в личную жизнь? Такого вторжения без причины. Какое вторжение ты бы, подросток? Ты слишком смело довольна для той, кого только что вытолкнули из школы. Ох, Дэвид. Хлоя, мне так жаль. Ты сможешь меня простить? Прощаю, ты попала под плохое влияние. Просто переживаю за тебя, но это меня не оправдывает. Джойс, ты не можешь начать извиняться сейчас. Так ты только поощришь. Довольно, Дэвид. Нам пора начать относиться друг к другу лучше. И под нами, я имею в виду всех нас. Мы должны начать новую жизнь. Открыть новую главу, в которой мы строим дом вместе. В смысле? Мы считаем, что в данный момент все им будет лучше, если я к вам перееду. Ну, вы знаешь, он переехал в итоге, да? А, в шоке. Хлоя, после всего, что случилось, все растерялись, мне нужна помощь. Именно, штурвал этого корабля нужна крепкая рука. Поговори со мной, Хлоя. Скажи, что у тебя на душе. Не пытаешься как лучше, я понимаю. Я знаю, что облажалась. Но, наверное, давай попробуем, окей.
Мам, я знаю, что, что я облажалась, накосячила. Мне жаль. Я гордилась от тебя, хоть и нуждаюсь в тебе, как и ты во мне. Я это знаю. Но это не решение. Это единственное решение, которое у меня есть, Хлоя. Мне бы и в голову не пришло, что ты предпочтешь Дэвида. Дэвида, мне жаль, что я принимала это как должное. Я никому никого не предпочла, мы втроем будем жить вместе. Будет лучше, чем ты думаешь, Хлоя. Как только все наладится, ты поймешь, что такое. Надежный дом. А где они? Куда они пропали? Не понял. Они типа испарились, что ли? А, они отошли, ну ладно. Так, ну что, ну... Ну давай еще психани сейчас. Эй! Нет у меня дома, если там есть дом. Ну ясно, ясно. Хлоя. Let her go. Пусть идет. Она вернется домой, как только закончится истерика. Да, импульсивный человек, персонаж. Импульсивный довольно персонаж. Ну ладно, что, ну ладно. Что ж поделать. Рассмотрим, что дальше. Ты где? Ты что? How do you know which way is up? Понять, где вера, если вся твоя жизнь повернулась вверх дном. А, я понял. На свалке она. Спасибо, что нам тоже все перевернуто показывают, но ладно, типа как она видит все это. Сбитый. Black Hole для меня теперь закрыт. Домой я вернуться больше не могу. Чё можешь? Ты чё? Это только всё, что у меня осталось. Ты чё гонишь, что ли? Ты можешь домой спокойно вернуться. Тебя не выгоняли. Тебе наоборот сказали, let's go, жить по месту. Да, я понимаю, что ну сложно в этом. Да, это есть нюансы. Ну вот, но в целом-то никто не запрещал, то значит, ты, блядь, можешь прийти и сказать, вот, все, я, ну, я хочу вот туда быть, все, окей, скажут. То есть, они выгоняли, ты еще? Да. Факт поставил сама себе рамки, ну, ее тоже понять можно, с одной стороны, но с другой стороны, хер. Конечно, такая, знаете, двоякая ситуация довольно-таки, двоякая. Ну, что теперь? Ну, так лениво просто что-то бьет бутылки. На, они же... О, нифига, вот ее машина, кстати, которая нашла. Ах. Да. Но Акума точно там все уже. Я не поверю, что Акума сейчас будет работать. Я вот не поверю в это. Ты тут так не бросай, пожалуйста, его. Тащи развалюха. Ну, может, я смогу ее починить? Ну... Если этот зверь вообще живет, первым делом мне нужен новый аккумулятор. Я, знаешь, смогу. Или я тут его найти? Тебе же семья живет, тебе знаешь, что нужно, блядь? Масло, масляный фильтр, антифриз, вылить, да, поменять радиатор охлаждения, патрубки. По-хорошему еще разобрать мотор, почистить его, ну, сделать, да, ему... не ТО, а как обслужить мотор. Дальше тормозные колодки, тормозные диски, скорее всего еще ступицу, гранаты, возможно даже еще тягу, рычаги, скорее всего, да.
чуть-чуть тогда электрику еще сделать. То есть тут очень много, ты просто так это отмешь, это не заработает. Это, ну, если сейчас заработать, я, ну, это нереализм. То есть, если она тут долго стояла, то, ну, я тебя умоляю. Ее уже давно все разворовали. Я тебя уверяю, еще окно открыто, видишь, давно бы ее все разворовали, она так бы не стояла, типа, ну. Ну ладно. Да. Смотрите. Аккумулятор ставить его в пикап. Хорошо. Так, ну погнали искать аккумулятор. Чё, давай вот это все тоже не затягивай, потому что уже 44 минуты, что? Только начали вообще-то, если что-то в курсе. 44 минуты, только начали вообще-то, если что, ну, на всякий случай говорите. Школьный автобус. Ну, тут нету явно. Где-то, я думал, где-то, знаешь, где он сейчас лежит? Где-то вот в конце самом, да, чтобы ты тащил этот аккумулятор. Вот так шел медленно, еле-еле, и тащил аккумулятор. Шприц, осуждаем. Причем он явно вот здесь, скорее всего, да. Открыть. Что ты там пытаешься спрятать? Капот. Соло, открой капот. Вот лучше вот эту бы, наверное, взяла, знаешь? А что тут, полицейское уведомление, что там написано? Вау. О, дерьмо тачка. Мне казалось, потеряю. Внимание, данное распространение было изъято с наложением ареста. А, наложен арест, ну все понятно. Данное распространение подвергается аресту и конфискации в соответствии с полномочиями, предоставленными в 42-м правилам регламента Мирового суда штата Орегон и в качестве меры в исполнении закона об ущербе нанесимым. Закон заключается в уничтожении порча данного имущества, а также занимается с ним без закона того. А, ну все, понял, конечно, надо в аресте, забей. Ну, дисочки, высокие дисочки, забери. У тебя отсюда диски, не знаю, там тисочки возьми, чего бы нет. Хотя у тебя вон одно колесо, да, конечно, да, я понимаю, но болгарочка берет и все, нету. Осуждаем. Ладно, давай посмотрим, аккумулятор там есть или нету. Я думаю, есть. Ну странно будет, сейчас там машина заведется. Ага. А, сейчас еще сообщение, давай все почитаем, как раз сейчас принесем и почитаем с тобой сообщение. Ну, прежде чем поставить пункт. Ну, вот лучше из худшего. Еще урони его также, блин. Какой-то... Она его в карман положила? Ну, она в карман его положила, чисто так, ну... Ну ладно. Ну ладно. Так, давай с тобой почитаем чуть-чуть. Где эти сообщения-то? Сообщения. Где? Хлоя дает старается сделать так, как, по его мнению, лучше. Он такое мудло. Мне и самой не понравилось, что он попросил тебя вывернуть карманы. Ты даже не была ни в чем виновата. Хлоя, ты можешь перестать думать о Дэвиде хоть на секунду? Подумай обо мне. Может, мне просто нужно побыть одной, Лан? Может, мне нужно вернуть свою дочь? Да уж. Чё? Подложка под столовый прибор. Нет, тут осматривать, как бы, ну, тут в целом... Что, нам просто кажется свое мнение на это и все, типа... Это что? Коврик, добро пожаловать. Добро пожаловать, да. На свалку, да? Автомобильную. Добро пожаловать. Так, ладно. Только мне интересно, реально, куда она пойдёт. Свалка огромная, смотрите, как следует. Да? Когда ставлю пока в аккумулятор. Да. Что? Это Бенц? Тут Бенц? Или Масс? Что с моей шланкой идет? Это Бенц, не? Бита. Так, ну давай, сейчас все заработать. Я вообще обдюнял. Ну, типа, ну ладно, типа. Что? Минус реализм получается. Минус реализм. Ну ладно. Не может не так давно. Не, ну по факту, вот по мотору видно, что она очень давно стоит, радиатор весь гнилой, видишь, там уже фриз весь вон вот вытекни. Ну да. Ну, сначала смотри, сначала плюс, потом минус. А, может, полярность поменяла, ну, перепутала, не знаю. Видишь, у нее там фриз, он все гнилое, ну, как ржавое, понимаешь? Даже уже, ну, она довольно здесь стоит, эта машина. Значит, что? Значит, нужно там все менять. Надо все обслуживать. Да. Что, отвертка? Ну давай отверткой что-то. А, ты, ну.
Но я так и думал. Ну вот эта отвертка заводит, ты что, угораешь, что ли? Это тебе нужно прям, ну, во-первых, молодой, наверное, молотком туда фигачить в эту, в личинку. Зонг зажигания в личинку, это нужно прям фигачить, все сломать, все. И то и даже не факт, что прокрутишь, знаешь, как бы, ну. Бред, ну ладно. Ржавое дно. Рэйчел. Чё? Хлоя Прайс. А, я не отстой? Нет, серьезно, пресерьезно. Мама, ну что, отстой. ХЗ, смогу ли заставить себя сегодня прийти домой? Ты еще тут? Возьму кое-что из дома, потом встречу тебя на свалке. До очень скорой встречи. Ты там не тормози у меня. Интересный диалог. Подожди, люк. Дело хорошее, но ты здорово все же стоит прикрыть. Ну смотри, у тебя вон. У тебя рама идет, что у тебя все ровно. Что ты ожидала-то? Думаю, неплохо было бы чем-нибудь прикрыть. Да, было бы неплохо. Да. Удается мне, я найду что-нибудь еще, может. Че внутри? Может, где-нибудь найдется другая лампочка? Что? Все, больше ничего нет, что ты мне? Все, погнали отсюда. Okay. Ну ладно, посмотрим, что еще можно произойти. Это куча мусора. Найти вещи для починки. Конечно, они здесь будут. Давай на этом закончим. 50 минут, как вы уже отсняли, да, длинненько довольно серия получилась. Интересно, в следующей серии будем с тобой чинить автомобиль. Встретимся с Рэйчел, посмотрим, что в итоге, да, ну, про что вообще этот эпизод. Спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте. Не забывай подписаться и поставить лайк. Для меня это очень приятно, и продвижение канала, как минимум, да. Для меня это, ну, даже мотивация, просто, ну, и мотивация, и мне очень, понимаешь, приятно и легко становится, когда я вижу, что вы очень сильно поддерживаете. Спасибо, когда он это делает. Все, увидимся в следующих сериях. Давайте.